Одно из главных славянских достопримечательностей – это всем известное озеро Толока. Берега этого рукотворного водоема в последние годы активно благоустраиваются, и это место все больше становится настоящим украшением города. Немалая забота проявляется и об оздоровлении озера. Об этом мы расскажем в нашем репортаже. Как появилось озеро Толока? Все очень просто. Оно возникло из-за забора глины для строительства саманных домов с жителями станицы Славянской. Это самое крупное и живописное городское озеро. К тому же оно подпитывается водой из родников на его дне. Озеро используется для любительской рыбалки. Серебряный карась, подлещик и щука нередко радуют здесь рыболовов. Среди камышей плавают утки, за которыми любят наблюдать отдыхающие здесь жители и гости города. Словом, Толока помогает славянцам хорошо отдохнуть и украшает наш город. И вместе с тем озеро нуждается в заботе. В целях сохранения биологического разнообразия было решено провести его оздоровление путем зарыбления. Это лишь одно из планируемых мероприятий. Искусственное зарыбление водоемов – одно из главных мероприятий, которое направлено на погашение или снижение антропогенного воздействия на водные объекты. Вот поэтому было принято решение произвести зарыбление, но это как бы процесс достаточно такой сложный. Для этого вот сегодняшний день будет проводиться у нас мероприятие, которое называется, грубо говоря, известкование, которое направлено на улучшение состава воды. Выпущенная в озеро молоть толстолобика и белого амура для улучшения ее приживаемости нуждается в проведении таких работ, как известкование, аэрация и подкормка на начальном этапе роста. Сотрудники аварийно-спасательной службы района при помощи специального оборудования на катере провели известкование водоема, что нормализует жесткость воды, улучшает ее качество, а это благоприятно скажется на состоянии рыб. Сотрудники Северного парка подкармливают мальков специальным кормом, чтобы усилить выживаемость молоди. Словом, делается все необходимое, чтобы Толока радовала всех, кто приходит сюда, чтобы насладиться общением с природой. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».